Вместо старого детского сада – новая школа искусств. В новом городе начался капитальный ремонт здания детской школы искусств номер 10. Двухэтажное здание было построено в 80-е под детский садик. Школе площадь подарили в конце 90-х. Летом 96-го года мы сделали сами капитальный ремонт, перестройку под школу искусств. Методом народной стройки, без единой копейки государственных средств, с помощью родителей, учеников и помощников наших друзей. Таким образом, школа существует вот с 83-го года, и капитального ремонта здесь не было. Ремонт учебному процессу не помешает. Первым делом рабочие займутся внешней стороной здания – герметизацией межпанельных швов. В середине мая начнут частичный ремонт помещений. Основной блок работ будут проводить летом, когда ребята уйдут на каникулы. У нас заложено 15 видов работ. Это кровля, замена окон, дверей, канализация, водопровод, горячее, холодное. Потом, значит, отмостка заложена, заложена электрика полностью здания и внутренняя отделка. То есть это стены, потолки, лестничные марши. Школу искусств посещает 600 местных детишек. Заниматься в комфортных условиях не мечта, а необходимость. За надлежащим выполнением работ будут тщательно следить общественники, депутаты и родительский комитет. Мы планируем контролировать каждую неделю, создать рабочую группу из родителей, детей, которые занимаются в этой школе искусств. И каждую неделю вместе с подрядчиком и заказчиком будем проверять виды работ, которые были выполнены. В целом на капитальный ремонт школы из областного и городского бюджета выделено 19 миллионов рублей. Обновление идет по нацпроекту «Культура». В планах также благоустроить территорию вокруг и заменить ограждение. Для этого руководство школы планирует участвовать в проекте «Народный бюджет». Анна Тищенко, Улправда ТВ.